Не стационарно, это этот. Сейчас мы засыпем четверку, будем поднимать. Такого мы не видели, только слышали о том, что в Соединенных Штатах Америки, в штате Техас и вообще в целом штатах, которые граничат с Мексикой, иногда используют подобного рода штуки. Они поднимаются на 8-10 метров с очень высокоточной аппаратурой вверху, с эхолокаторами, там, с прочими достаточно модными девайсами, которые охраняют государственную границу Соединенных Штатов Америки. И вот, собственно, первый прототип уже работает, помогает нам корректировать минометы и даже ствольную артиллерию. Сама камера видит на 5 километров, и угла с 18 метров высоты достаточно для того, чтобы корректироваться где-то там, на 2-3 километра от линии соприкосновения. Мы видим цели и можем поражать даже достаточно глубоко расположенные. Вот это типа. Да, бери такой трос.